Привет, красотки! Вы постоянно меня просите в комментариях делать больше видео о жизни, делать больше говорительных видео, и поэтому решила сделать новую часть ответов на ваши вопросы. Я не всегда, к сожалению, в последнее время успеваю отвечать на все вопросы в комментариях, и поэтому я думаю, что это видео будет в особенности актуально. Я спросила у вас, точнее, я попросила вас задать мне вопросы в Instagram и в Facebook. В Facebook мне пришел один вопрос, и в Instagram у нас около 50 вопросов. Начнем, наверное, с вопроса из Facebook, раз уж он один. Я его тут сфотографировала в телефоне, секунду. Сейчас прочитаю. Девушка спрашивает: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, у меня действительно есть вопрос, который мучает меня, и он о колористике. Я постоянно думала, что если макияж в теплых тонах, то логичные румяна и помаду нанести тоже в теплых тонах. Но иногда это выходит немного смешно, все такое розовое или оранжевое, ну ты понимаешь. Я вижу, что так не делают, и что спокойно делают макияж в розовых оттенках, а румяна наносят персиковые. Как ты выбираешь сочетание?» Девчонки, сочетание я лично выбираю, основываясь на моем настроении и на том, как я ощущаю этот макияж в целом. Единственное, чего я пытаюсь избегать, так это сочетание слишком теплых румян и полностью холодного макияжа. То есть я вряд ли нанесу оранжевые румяна и какие-то серо-серебристые тени или бледно-розовую помаду. Но вы понимаете, о чем я говорю, надеюсь. В целом, если макияж холодный, то я туда включаю либо холодные бледно-розовые румяна, либо нейтральные, может быть, холодные коричневые румяна. Опять же, у меня кожа теплая. Вы знаете сами, я легко загораю, и у меня такой желтоватый подтон. В большинстве случаев на мне по этой причине персиковые румяна смотрятся лучше всего, и они сочетаются на мне фактически с любым макияжем. Если вы белоснежка с холодной кожей, то, скорее всего, для вас самыми универсальными станут бледно-розовые нейтральные румяна. Если вы, как и я, обладаете теплым подтоном, то для вас наиболее актуальны персиковые и красные оттенки. Их вы сможете сочетать, в принципе, с любым макияжем. И рекомендую, опять же, присмотреться к нейтральным оттенкам, то есть к тем румянам, которые не мега теплые, но и не мега холодные. Если вы нанесете румяна на свою руку, куда-нибудь вот сюда вот, сравните все оттенки, вы точно сможете определить, какой более рыжий, а какой такой более сероватый. И выберите какой-то из тех, которые находятся посередине. Я надеюсь, я достаточно детально объяснила. Перейдем к другому вопросу, потому что если я буду на каждый так долго отвечать, мы с вами тут будем сидеть минимум 4 часа. И, девчонки, если... Кот сошел с ума. Он, по-моему, сдвинул штатив. Упал откуда-то. Вы видели это? Вас, наверное, пошатнуло. Сейчас, секунду, я исправлю камеру, выгоню кота, и мы с вами продолжим. Ты что творишь, а? Эти людишки, эти серые люди. Пойдем. Кота заберите. Вышел. Вроде бы отрегулировала видео, продолжим отвечать на вопросы. Девчонки, теперь я перехожу в Инстаграм, и если там встретится какой-то вопрос, на который я уже давала ответ в предыдущей части, то я его пропущу. Так что если вы ответ на свой вопрос не услышали, знаете, что я ответила уже на ваш вопрос, и ответ вы этот сможете узнать, если посмотрите плейлист видео «Кто такая Джилл?». Привет, Джилл! Ты никогда не рассказываешь про личную жизнь. Расскажешь или предпочитаешь промолчать? Девчонки, этот канал о косметике, и я никогда не стремилась к тому, чтобы делать его каналом о моей личной жизни, скажем так. Познакомьтесь, это мой мужчина Карл. Карл – это подписчики. Подписчики, Карл. Такого не будет. Поэтому я с удовольствием отвечу на вопросы, которые связаны с чем-то, что может вам помочь, то есть на какие-то психологические вопросы, на вопросы о ценностных ориентациях, о моих предпочтениях, не знаю, моих вкусах, мужчинах и так далее. Но на конкретные вопросы я ответы давать не буду. Джилл, вот что меня интересует. Ты делаешь очень крутые образы и макияжи. Спасибо большое, красотка. Но почему ты не снимешься сама в каком-нибудь интересном образе для инсты? Мне кажется, что многим подписчикам будет интересно. Именно, чтобы попозировать. То есть девушка имеет в виду, что в Инстаграм мало
образов с макияжами. Если вы заметили, в последнее время видео на канале стало гораздо меньше по той причине, что у меня график сбился, я вам уже говорила, что произошли некоторые события, над которыми, к сожалению, я была не властна. И теперь я медленно-медленно пытаюсь войти в свой обычный график. Так что да, я с удовольствием в будущем буду делать такие образы для инсты. Привет, красотка! Мой вопрос такой, насколько я могу судить, канал на YouTube для тебя скорее хобби, какова твоя профессия и нравится ли она тебе? Многие люди налайкали этот коммент. Я уже говорила, по-моему, в каком-то видео, что я фотограф, но сфера моей деятельности с годами изменилась. Сначала я снимала фэшн, потом я снимала одно время свадьбы, занималась свадебной фотографией. Потом все это... Не то чтобы мне наскучило, но я очень люблю менять сферы деятельности, я люблю пробовать себя в чем-то новом, и я решила заниматься предметной фотографией. И по большей части решила этим заниматься, потому что это дает мне больше свободы, то есть я могу планировать свой день как захочу, и у меня нет четких временных рамок, то есть мне нужно сделать работу, и неважно, когда я ее сделаю, я решаю, когда я ее делаю. И опять же, благодаря моему такому графику работы я могу заниматься съемкой видео для YouTube, монтажом и так далее. Так что сейчас я занимаюсь фотографией до сих пор, но теперь это предметная фотография, и занимаюсь я ею дистанционно. И да, профессия мне моя нравится. Можешь, пожалуйста, подсказать какой-нибудь аналог L'Oréal Dolce & Pure Red? У меня у самой этой помады нет, о которой я сейчас буду говорить, но я видела ее свотч, и на свотче она фактически идентична. Помада принадлежит к линейке Wet n Wild Mega Last и называется... Как же она называется? Сейчас, секунду, я загуглю ее название и скажу его. Pretty Persimmon называется этот оттенок. Такой же красно-оранжевый. Повторюсь, на свотч сейчас он выглядит фактически идентичным. Здравствуй, дорогая. Привет, дорогая. Скажи, ходишь ли ты в салоны красоты? Хотела бы закончить какие-то курсы. В салоны красоты я не хожу. Педикюр, маникюр я делаю сама. Ухаживаю за кожей я сама. И за волосами я ухаживаю тоже сама. Делаю я это по той причине, что я очень не люблю, когда незнакомые мне люди касаются моего лица и вообще касаются меня априори. И в целом мне гораздо интереснее самой что-то пробовать, экспериментировать. А если мы говорим о маникюре, то маникюр для меня это вообще релакс. Отказаться от маникюра, то есть от процесса создания маникюра, я, наверное, никогда не смогу. Кстати, зацените моего нового любимца. Наконец-то удалось мне привести ногти в порядок, вы видите. Не знаю, как вам показать, они отросли, и форма нормальная. Это Рио 28 или 68, не помню точно его номер, но оттенок просто шикарный. Вы видите, он глубокий такой, бордовый, и кажется, что по краям он более темный, а в середине более светлый. Хотела бы ты закончить какие-то курсы? Что здесь девушка имеет в виду, я не могу точно понять. То есть курсы, которые касаются бьюти или просто курсы. Я сейчас пытаюсь доучить наконец-то до нормального уровня немецкий язык. Если это считается, то это тоже курсы. А на курсы визажиста или на какие-то подобные вряд ли. Потому что визаж мне нравится постигать самой. Единственный тип курсов, который меня привлекает, это курсы киношного макияжа, то есть шрамы, раны, всякие такие интересные образы. Джилл, я давно тебя мучаю вопросом про прогулки. Не боишься по лесу ли гулять? Как часто? Вообще хочется увидеть Джилл вживую, а не под софитами. Про личное все равно отвечаешь размыто, хитрюга. Не боишься ли ты по лесу гулять? По лесу я гулять не боюсь, лес я знаю как свои пять пальцев, это, наверное, единственное место, которое я знаю так хорошо. Вообще, в целом, по городу и вообще в пространстве я ориентируюсь очень плохо, в незнакомом городе я не ориентируюсь вообще, без провожатых постоянно теряюсь, и хочется увидеть Джилл вживую не под софитами. В скором времени мы организуем встречу подписчиков в Питере, и я думаю, желающие смогут меня увидеть вживую. Или человек имеет в виду влоги, то есть видео, где я не под софитами, то есть не с софтбоксами, как сейчас, а просто где-нибудь в лесочке. Я думаю, можно снять какой-нибудь влог про мою прогулку, например, про то, как я собираю грибы. Если вам интересно, напишите об этом в комментариях.
Я не фанат влогов, но я люблю собирать грибы, я люблю природу. Мне кажется, это будет интересно. И, кстати, я планирую в ближайшем будущем все-таки попытаться снять один влог. Не буду сейчас спойлерить, потому что не факт, что это получится, но если получится, я надеюсь, видео будет очень интересным. Потому что событие будет очень интересным. Ладно, не буду спойлерить. Следите за обновлениями и узнаете, что я имею в виду. Следующий вопрос. Меня интересует, похожи ли красные помады J.Lo's Purette и Maybelline Daring Ruby 970. Как я сказала, странно, Daring Ruby. Сейчас сравним, секунду. Оттенок под тон фактически идентичен. Единственное, что мне кажется, Daring Ruby чуть-чуть посветлее. И J.Lo's Purette вот здесь вот чуть насыщенней. Но в целом можно назвать аналогами, я думаю. И, кстати, формула обеих просто замечательная. Кстати, пока вспомнила, сейчас попутно отвечу еще на один вопрос, который я в последнее время иногда встречаю в комментариях. Вы спрашиваете меня, почему я перешла на такие нежные, легкие, женственные макияжи и не делаю больше ничего готического, странного, инопланетного, внеземного и так далее. Девчонки, сейчас лето, и меня почему-то неистово пробило на такую нежнятину, такую стопроцентную нежность. И поэтому как раз макияжи мои соответствуют, и даже мой внешний вид соответствует. Я не знаю, видно вам или нет, но на мне такой джампсьют с цветочным принтом, что на меня не очень похоже. Но именно в таких вещах сейчас я себя чувствую лучше всего. Но подождите, если вы любите темные, насыщенные и тому подобные образы, осенью их будет на канале предостаточно. Скажи, есть ли желание поменять место жительства, почему да или нет? Секунду, сейчас воды глотну. И кто-то ответил. Да, мне тоже интересно, не тесно ли в своем городе. Девчонки, в моем городе мне не тесно, потому что я лично Курск обожаю. По большей части обожаю его из-за леса. Он у меня находится буквально, ну не знаю, в скольки минутах, но очень близко от моего дома. Я могу бегать, могу гулять, там собирать грибы, ягоды и так далее. Обожаю природу, поэтому лес для меня must. Единственное, что, наверное, в нашем городе маловато развлечений, маловато каких-то событий. И вообще движняка мало. Да, это, конечно, не то чтобы расстраивает, но если я хочу как-то поменять обстановку, если я хочу больше движения, больше активностей, то я еду в Питер. В последнее время, по крайней мере, я так делаю. Когда-то у меня было дикое неистовое желание переехать в Германию, но потом я поняла, что Германия – это классная страна, но их уклад жизни, их любовь к бюрократии, к бумажкам – я не уверена, что я могу это потянуть. Я не уверена, что я смогу вписаться в их менталитет. Я не знаю, как это объяснить, но Германия до сих пор остается моей любовью, но я не уверена сейчас, что я хочу туда переехать на постоянное место жительства. Как проходит твой обычный день? Завтрак, пробежка или пробежка и завтрак. Если это лето, то загар, макияж, съемка видео, работа, и вечером обычно я провожу время с друзьями, занимаюсь чем-то, что мне интересно, читаю книги, ну, зависит от ситуации. И та же самая девушка задает вопрос, ждешь встречу с Алексом? О чем хотела бы ему сказать, поговорить? Спасибо за этот вопрос. Я не думала, что кто-то даст мне возможность еще раз сказать об этом видео. Но, девчонки, я думаю, если вы подписаны на мой инстаграм, вы уже знаете, что я купила билет на Meet & Greet с Алексом Весельским, и теперь у меня гарантированно будет совместное фото с ним, и я смогу с ним поговорить в реале. Во-первых, я ждала концерта Icebreaker 3 года. Три года я ждала приезда Алекса в Россию. Я дождалась. Я уже 100 раз думала о том, что у него спросить, вообще о чем с ним поговорить, какой вопрос ему задать или просто как его поблагодарить за его музыку и за то, как он влияет на мою жизнь позитивно. Но мне кажется, что по факту, когда придет этот день, и я встречусь с ним лицом к лицу, я просто опущу глаза и буду вот так вот стоять и тупо улыбаться или
просто вообще не смогу слова вымолвить. Потому что капитан на меня действует особенным образом. Мне кажется, мне будет приятно, но при этом у меня все мысли собьются в кучу, и я не смогу их как-то четко выразить. В общем и целом, я думаю, в любом случае это будет классно. А как это будет, мы узнаем только 6 октября. Ну, спасибо огромное за вопрос еще раз. Очень было приятно на него ответить. Будут ли еще видео про сезонные луки? Осенний лукбук я сниму, наверное, со 100% вероятностью, по крайней мере, я на это надеюсь. Летний лукбук я тоже очень хотела снять, но я ждала и ждала и ждала того момента, когда я наконец загорю. Сейчас я загорела, и лето ушло. Лето прошло, конец августа, и сейчас, мне кажется, летний лукбук, он вообще уже ни к чему. Какие лица тебе нравятся? Приведи пример из известных людей. Это сделать сложно, по крайней мере, привести пример из известных женщин. Из мужчин вы сами знаете, я думаю, нет смысла даже говорить. Тиль Линдеман, Алекс Весельский, Рагнар Лодброк, Спайк. Но эти все люди, эти все персонажи мне нравятся по большей части из-за персонажа. То есть мне нравится то, как они себя творчески проявляют. Я не знаю, как это еще объяснить. То есть мне нравится не просто лицо, мне нравится та личность, которая за ними стоит. Вот. А из женщин, девчонки, мне нравятся абсолютно разные женщины. Мне нравятся блондинки, мне нравятся брюнетки, мне нравятся рыженькие, мне нравятся сероволосые, синеволосые, вообще всякие. И у меня, кстати, осталась такая привычка, я когда иду по улице, я вижу красивую девушку, я могу даже остановиться, просто проводить ее взглядом. Это осталось еще с того периода, когда я работала фотографом, и тогда я часто искала себе модели таким способом, то есть если я встречала интересного мне человека, я подходила и с ним знакомилась. Теперь я просто останавливаюсь и наслаждаюсь красотой, но все равно женскую красоту ценю так же сильно, как и мужскую. Интересно узнать про маски. Про маски для лица я, по-моему, делала отдельное видео. Или я не делала его. Или я хотела его сделать. Девчонки, если вы хотите отдельное видео про маски, напишите мне, пожалуйста, об этом внизу в комментариях. Но на данный момент моей любимой маской для лица является маска гликолевая, по-моему. Она какая-то кислотная. Earth Science. Что-то там Papaya Glycolic. И вторая моя любимая маска – это глиняная. И называется она Indian Healing Clay. И вот эту вот пудровую глиняную маску я разбавляю натуральным яблочным уксусом. Твое отношение к пластической хирургии. Хотела бы исправить что-то посредством такого вмешательства. Мое отношение нейтральное, то есть я не осуждаю никоим образом тех людей, которые что-то меняют в себе, но для себя я бы явно этого делать не стала. Я ничего не хочу в себе менять, меня полностью устраивает то, как я выгляжу. Если меня что-то не устраивает в моем теле, я занимаюсь спортом, то есть я делаю определенные упражнения, чтобы подтянуть там, где надо подтянуть, накачать там, где надо накачать и так далее. Мне нравится вообще естественность в людях. Опять же, я, как уже сказала, не против пластической хирургии, если человек это делает счастливым, но меня лично совсем такая идеальная, типизированная красота вообще не привлекает. Существуют ли палетки теней, в которых только матовые тени? Если знаешь, подскажи фирмы. Конечно, существуют. Мне кажется, у любого бренда есть палетка теней только с матовыми оттенками. У Sleek таких минимум 2. Ultimate Matte 1 и 2. В одной яркие оттенки, во второй пыльные, темные. У Catrice есть матовые палетки. Да, в принципе, как я уже и сказала, у любого бренда есть полностью матовая палетка. За редким исключением. Что из косметики можно подарить подруге на день рождения? Дарить нужно то, что порадует человека. Мне кажется, всегда нужно дарить не то, что ты сам себе хочешь, а то, что хочет человек. И чтобы это узнать, нужно как-то поинтересоваться предпочтениями этого человека. Может быть, поиграть в игру «Покажи мне свою косметичку» или что-то подобное. И тогда, наверное, делать выводы из этого. Я опять же могу здесь порекомендовать что-то, что для меня лично, мне не размазалась помада ли случайно, что для меня лично является must-have, например, палетка теней Sleek Vintage Romance. Но не факт, что каждому человеку понравится вот эта вот винно-золотистая палетка, и что любая девушка посчитает ее универсальной. С кем бы ты хотела сделать коллаб косметики? Что значит коллаб косметики?
То есть это коллаборацию, видео совместное, я правильно понимаю? Честно, девчонки, я вам уже говорила несколько раз в других видео, я не смотрю русскоязычный YouTube. Как-то у меня с ним не сложилось, я не знаю, я начинаю смотреть видео, и оно просто, ну, не мое. Поэтому из русских я даже не знаю с кем, потому что я как-то не разбираюсь в русскоязычном бьюти YouTube. Ну вот, а из иностранных... Это сложный вопрос на самом деле, потому что я думаю сейчас о том, какой человек мне был бы приятен, и с каким человеком мы бы нашли прямо 100% общий язык, но при этом какой человек вам был бы интересен. И тут, наверное, нужно немножко дольше подумать, чтобы дать ответ. Я бы, наверное, с удовольствием сделала такое совместное видео с кем-нибудь из моих друзей. Потому что, мне кажется, это было бы интересно вам, потому что вы бы увидели какую-то мою другую сторону, то есть вы бы увидели то, как я себя веду с другими живыми людьми, а не с косметикой. Если вам интересна такая идея, расскажите мне об этом внизу в комментариях. Хомяков или шиншилл хотела бы иметь в доме? Не шиншиллу точно, они очень нежные. У меня у знакомых жили шиншиллы, они очень быстро мрут. Хомяки у меня были, хомяки более выносливые, поэтому хомяков. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень нравится ваше видео. Спасибо большое. Продолжайте в том же духе. У нас с вами очень схожий типаж. Это радует. Если бы у вас не было возможности иметь такую обширную коллекцию помад, теней и хайлайтеров, то какой один продукт из этих категорий вы бы выбрали? Вот это вот чертовски интересный вопрос, и я думаю, на этот вопрос я отвечу в отдельном видео. Как вы думаете, будет ли вам это интересно? Напишите мне, пожалуйста, об этом внизу в комментариях. Но сейчас я, девчонки, при всем желании смогу вам дать на это ответ. Мне нужно проанализировать всю мою коллекцию, и только тогда я смогу выбрать. Привет, почему в видео никогда не говоришь любимые фразочки блогеров? Ставь лайк, подписывайся на канал и так далее. Есть какие-то принципы? На самом деле очень здорово, что это не говоришь, так чувствуется искренность блогера. Мне кажется, что в моих подписках на YouTube есть только еще одна девушка, фэшн-блогер, которая так не говорит, и я от нее в восторге, как от тебя. Спасибо большое. Очень приятно и ценно слышать. Девчонки, не говорю, потому что в чужих видео я не люблю эти фразы слышать, и, соответственно, если я не люблю эти фразы слышать как зритель, я не хочу их говорить как блогер. Я думаю, любому человеку и так кристально понятно, что лайк — это всегда приятно, лайк — это, ну, не знаю, своего рода стимул, то есть это показатель того, что люди смотрят, им нравится, что они проявляют активность, видишь отдачу и так далее. Комментарии — это всегда приятно, это коммуникация с вами, и тогда ощущается на все 100% то, что я здесь сижу не просто так, и я не с камерой разговариваю, а с вами. Поэтому я думаю, если человек хочет, то он всегда сам и поставит лайк, и напишет комментарий, и подпишется на канал. А если он не хочет, то зачем вообще об этом говорить, правильно? Думала ли ты когда-нибудь стать профессиональным визажистом и работать в этой сфере? Работать визажистом не хотела и не хочу по той причине, что, мне кажется, работа требует не то чтобы не такого уж творческого подхода, она требует понимания и знания того, что нужно другому человеку, а не то, что хочешь сделать ты. То есть, если я, например, хочу сейчас на этом человеке сделать синие смоки, и моя душа этого желает, я этого физически сделать не могу, если это невеста, к примеру. И в большинстве случаев, если вы работаете визажистом на свадьбах или, ну, где-то с реальными людьми, не на фэшн-съемках, вы будете постоянно делать похожие макияжи. Нейтральные макияжи, сдержанные, повседневные и так далее. А на фэшн-съемках, наверное, визажистом работать было бы неплохо. Но я никогда об этом не думала прямо всерьез. Как ты пришла к вегетарианству? Постепенно или сразу отказалась от продуктов животного происхождения? Девчонки, я вам обещала отдельное видео на этот счет, и я его сниму обязательно. Опять же, если вам интересно. Если интересно, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Потому что я не хочу снимать то видео, которое вам неинтересно будет смотреть. Так вот, девчонки, вы знаете, наверное, если вы давно на канале, что я около 5 или 7 лет, не знаю точно сколько, не ем мясо, и около 4 лет я не ела молочных продуктов, вообще ничего животного. Сейчас я ем молочные продукты некоторые,
И сейчас я ем индейку. И почему сейчас я это делаю, я могу опять же вам детально рассказать, но только в отдельном видео. Потому что здесь мы с вами при всем желании эту обширную тему не сможем охватить. Джилл, вопрос следующий. Бывают видеоблогеры выгорают и бросают заниматься каналом. Не было ли у тебя таких приступов выгорания? А если вдруг был, как ты с этим борешься? Что тебя вдохновляет на дальнейшие видео, помимо подписчиков? И очень хочется побольше видео от тебя. Понимаю, что все зависит еще от какого-то сложившегося порядка, но все равно хочется. Спасибо большое. Мне тоже хочется больше видео, мне тоже хочется с вами встречаться чаще. Насчет выгорания, оно бывает, но оно связано не с каналом. То есть выгорание бывает тогда, когда у меня в жизни много стресса, у меня в жизни много каких-то обязанностей и каких-то вещей, которые меня отвлекают и которые не то чтобы портят мне настроение, но которые не дают мне быть такой, как сейчас с вами. То есть я не хочу снимать видео, в котором я сижу и такая вся: «Привет, красотки». А сама, знаете, где-то далеко в своих мыслях думаю о том, что мне нужно вот это еще сделать, там бла-бла-бла. Я хочу снимать видео, когда у меня есть время, у меня есть желание, у меня отличное настроение. То есть я в форме, скажем так. Но есть какие-то объективные причины, то есть иногда у меня отличное настроение, тонна желания снимать видео, но вообще физически нет такой возможности, то есть нет времени. Поэтому, девчонки, очень хочется с вами чаще встречаться, и я постараюсь как-нибудь выправить свой график, чтобы мы могли с вами это осуществить. Джилл, ты красотка. Красота в глазах смотрящего. В сотый раз говорю, спасибо большое, очень приятно. А вопрос какой... такой, а вопрос такой, были ли запросы о рекламе каких-то брендов, и если ты отказывал, в чем была причина? Да, коммерческие вопросы, то есть вопросы о том, чтобы сделать коммерческое видео на канале, поступали, но, девчонки, на канале по сей день ни разу не было ни одного коммерческого видео, потому что все эти запросы, они были от тех людей, этих брендов, я не знаю, от представителей, которые предлагали мне прорекламировать что-то, о чем я вообще ничего не знаю, и тот продукт, который я сама, не знаю, я бы сама не купила, и даже у меня нет желания его попробовать, поэтому я даже не рассматривала эти предложения, как бы, как я могу вам о чем-то говорить, что меня саму не привлекает. Привет, я как завзятый, наверное, завсегдатый, имелось в виду, ну, вы поняли суть. Project Penner, не унимаюсь со своим вопросом. Много ли дюпов в твоей коллекции, что ты с ними делаешь, если они обнаруживаются? И как покупаешь новые продукты, учитывая, что у тебя могут быть похожие? Девчонки, если мне присылают на обзор продукты, соответственно, часто у меня есть уже в коллекции аналогичные. И тогда я просто после того, как я сняла видео, раздариваю эти аналоги своим подругам. Если я сама что-то покупаю, то я покупаю только те оттенки, которых у меня еще нет. То есть, если я сама покупаю помады, я хочу потестировать какую-то линейку, я покупаю тот оттенок, который, как мне кажется, для моей коллекции является уникальным. И таким образом я пытаюсь сдерживать свою коллекцию от того, чтобы она стала просто набором одинаковых, по крайней мере, очень похожих вещей. А пробовали ли вы лаки от Wet n Wild? No Lamper. No Lamper? Первый раз слышу. Лаки Wet n Wild не пробовала, сразу скажу. Как они вам? Никак, потому что не пробовала. Тоже от Wet n Wild много новых палеток теней. Не только Comfort Zone, но понравились и другие. Насчет того, что у Wet n Wild есть новые палетки, я слышала, но в продаже я их не видела. Есть новые палетки от Makeup Revolution, про них я слышала. Какие из них отдали первое место и уделили внимание? В смысле, какие из новых мне понравились больше всего, наверное, человек хочет знать. Мне больше всего из палеток Makeup Revolution нравится палетка Flawless 3 Resurrection. Она, по-моему, в розовом золоте, и там теплые оттенки. Я с ней делала макияж на Новый год, он был внезапным, и я осталась более чем довольна результатом. Хотелось бы узнать о твоих отношениях с окружающими сейчас в школьном возрасте. Доверительные ли были и есть ли сейчас отношения с родителями? Много ли у тебя близких подруг? В основном дружба с детства или знакомство случилось в зрелом возрасте? Легко ли ты заводишь как дружеские, так и романтические знакомства с противоположным полом? Сложно ли произвести мужчину на тебя впечатление?
и многие налайкали этот коммент. Вам интересно, да? Длительны ли отношения у тебя с родителями? С родителями у меня очень доверительные отношения, и я могу со 100% уверенностью сказать, что моя мама – это моя лучшая подруга. И отношения у нас, кстати, соответствующие. То есть я с ней не общаюсь как с мамой, я с ней общаюсь как с равной. И она со мной также. И если она пытается меня учить уму-разуму, пытаться навязать свой авторитет, то я сразу ей говорю: «Мама, поспокойней, мы же с тобой друзья. Что это такое? Как между нами может быть вот это вот разделение?» И мама сразу успокаивается. Маму свою обожаю, я считаю, что она просто фантастический человек. Если мы говорим о папе, то с ним не такие доверительные отношения тупо потому, что он живет в другом городе. И следующий вопрос. Много ли у тебя близких подруг? Подруг близких у меня одна. Близкая подруга у меня одна. Лучшая подруга, мне кажется, она может быть только одна. Зовут ее Ира, она же Пэт. Если вам интересно, мы можем с ней сделать совместное видео. Сразу предупреждаю, что у нас общение очень специфическое. У нас очень много таких inside jokes, то есть мы разговариваем на смеси русского, немецкого, английского. У нас очень много фразочек, которые понятны только нам. Но если, опять же, мы будем делать видео, я постараюсь сдерживаться и не разговаривать на нашем сленге, потому что иначе вы вообще не поймете, о чем видео. С Ирой у нас дружба с детства. Мы знакомы с 3 лет. Сидели в школьное время постоянно за одной партой. Потом в институте учились в одном институте, но на разных курсах, на разных факультетах, но дружили все время. Так что Ира со мной уже 27 лет. Страшно вымолвить эту цифру. Легко ли ты заводишь как дружеские, так и романтические знакомства с противоположным полом? Сложно ли произвести мужчинам на тебя впечатление? Насчет знакомств. Их я завожу очень легко, как с противоположным, так и со своим полом. Потому что я человек общительный, мне нравятся новые знакомства, мне нравятся новые люди, мне нравится вообще социализация. Насчет романтических знакомств. Я не знаю, как сразу можно завести романтическое знакомство. Для того, чтобы что-то к мужчине почувствовать, нужно, наверное, сначала узнать его как человека. Ну, по крайней мере, поговорить с ним какое-то время, чтобы прочувствовать его энергетику. Но все равно я не могу сказать, что мне сложно понять, нравится мне человек или нет. Это обычно можно понять там, в течение 3, не знаю, часов общения. То есть за это время ты уже можешь ощутить энергетику, ощутить то, как тебе вообще рядом с этим человеком, узнать базовые его ценности и понять, может ли быть между вами что-то романтическое или нет. А насчет того, сложно ли мужчинам на меня произвести впечатление. Девчонки, я не считаю, что мужчина должен произвести впечатление. Он не цирковая лошадка, он не знаю, какая-то игрушка или что-то подобное. Мужчина должен быть просто собой. И два человека встречаются там на свидании не для того, чтобы мужчина из кожи вон лез, пытаясь вам понравиться и показать себя, а вы такие сидели: посмотрим, посмотрим. По крайней мере, это мое мнение. Если в целом наша коммуникация не идет легко и непринужденно, то есть если она форсирована, если я ощущаю, что его энергетика, не знаю, не заставляет меня чувствовать себя более женственно, не делает меня более спокойной, не знаю, какой-то защищенной. Кстати, наверное, вам будет удивительно, но в отношениях с мужчинами я люблю быть очень женственной. Это, наверное, многим из вас сейчас слышать странно, то есть вы знаете меня, и вы знаете, что я люблю маскулинные образы, я люблю примерять очень такие брутальные образы. Мне нравится немецкая музыка тяжелая, что еще можно сказать. Но в отношениях, как бы, я не хочу быть мужественной вообще ни разу. В отношениях мне нравится быть женственной. В отношениях мне нравится чувствовать, что мужчина сильный. В отношениях мне нравится чувствовать, что мужчина – это лидер. И в целом для меня мужчина, которого я хочу видеть с собой рядом, это тот мужчина, которого я в первую очередь уважаю, которым я восхищаюсь, с которым у нас совпадают ценностные ориентации, и с которым рядом я просто чувствую себя
девушкой. Я не знаю, как еще лучше это объяснить. Это так вкратце просто вершина айсберга. Если мужчина сразу не ощущается так, как мне нравится, то вот эти вот все ухаживания, какие-то бесконечные цветы, звонки, смс-ки, то есть вот это вот добивание, вот это вот, не знаю, стремление показать, как он заинтересован, оно вообще бесполезно. То есть если общение складывается, оно складывается с двух сторон, и оно не форсировано, и если оно не складывается, то бесполезно тут что-то делать и пытаться произвести впечатление. На этом этапе мы здесь с вами завершим это видео, точнее эту часть видео. И ссылку на остальные части вы найдете внизу в инфобоксе. Спасибо огромное за ваши вопросы, за ваше внимание и за просмотр, красотки. Всем отличного настроения. Улыбайтесь чаще и до скорых встреч. Пока.